Эффект 30-го километра, правда? Я, если честно, не особо изучал данный вопрос, но я изучал эффект кофе. Для тех, кто не знает, что это такое, эффект 30-го километра, либо по-другому, у дальнобойщиков это называется 30-й километр смерти. Все дело в кофе, да, что у кофе есть кофеин, а есть еще такая вещь, как теобрамин. Все там завязано с почками и с водой. Я вот вам прям вот так вот подробно, чтобы понять, это не моя тематика, я уже давно это изучал, не объясню. Но выводы я для себя сделал, что когда человек пьет кофе, его сначала бодрит, а минут через 20 его наоборот начинает подкумаривать. И чтобы вот этого не было, нужно обязательно попить воды. Так вот, почему 30-й километр? Потому что со средней скоростью дальнобоя, со средней скоростью примерно, особенно если говорить про ночь, именно тогда и засыпают люди, водитель проезжает 30 километров. Вот поэтому именно плюс-минус 30-й километр люди реально, если они едут, не соблюдая режим отдыха, попили кофейку, вроде взбодрились, а через 20 минут кумарить начинают. И человек засыпает за рулем, если это ночь, и, говорю, если он устал. Поэтому вот 30-й километр — это километр смерти для... Страшные вещи, да, сейчас рассказал какие-то. Поэтому вывод какой мы делаем, ребят, что не имейте в виду, что кофе, он, во-первых, если вы его много пьете, он вас бодрить уже не будет, это уже привычка, да, вкус просто почувствуете. Во-вторых, ночью действительно поаккуратней. Попили кофе, вас может реально сначала взбодрить, даже не тот факт, что вы попили кофе, а факт того, что вы, кофе же нужно где-то купить, значит, вы остановились, вышли из автомобиля, ваше внимание переключилось немножко, уже нет вот этой монотонности, вы уже взбодрились от того, что вы вышли, походили, кровь погоняли, сходили, умылись холодненькой водичкой. Садитесь в автомобиль, вас уже бодрит от этого временно. Поэтому иногда даже это не в кофе дело. Поэтому просто пейте воду после того, как вы попили кофе. Минут через 10-15, въедете ночью, особенно, пейте воду. Тоже у меня на канале есть по этому поводу ролики, да, советы на дальнюю поездку смотрите. Лучше остановите кратковременный сон, самая классная вещь. По поводу бодриться, конечно, вот, у меня знаете какой способ? Лимон. Заехали в магазин, порезали лимончика, без сахара, без всего. И вот захотели спать, закиньте дольку и съешьте. Вот так вот. Сделайте пару раз. Ух, знаете какой бодрячок, минут так на несколько. И витаминчика, да, и нормально.